полиции ищут дольщиков, пострадавших от действий двух сургутских застройщиков – компании «Салаир» и «Новострой». Силовики расследуют уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, двое руководителей указанных компаний, предварительно договорившись, похитили более 10 миллионов рублей, привлеченных по договорам переуступки прав требований участия в долевом строительстве сургутских многоэтажек. Оперативники ждут пострадавших от действий застройщиков и просят их обращаться с заявлениями в полицию.